Как вам хорошо известно, Кыргызстан с Россией связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве. Мы нацелены на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках активного межрегионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что в контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест. И мы намерены наращивать их во благо процветания наших братских народов. Глубоко убежден, что исторические корни, общая культура, традиции, обычаи, близкие языки, единая религия между нашими народами послужат для этого прочным фундаментом. Хотел бы поблагодарить вас за возможность посетить вашу прекрасную страну, братский Кыргызстан. Хочу выразить признательность вам, нашему президенту Владимиру Путину, за внимание и поддержку развития сотрудничества наших республик, направленное на укрепление отношений между Россией и Кыргызстаном. В последнее время наши контакты с кыргызскими коллегами заметно активизировались. Вот в феврале текущего года в Москве в ходе вашего визита в Россию у нас с вами состоялась плодотворная встреча. Я благодарю вас